Третий день в туре, вторая победа. Как сам оцениваешь свои успехи? Конечно же, хорошо оцениваю, потому что это победа. Команда хорошо сработала на меня вчера. Немного мы замерзли, можно так сказать, потеряли матч. Но сегодня мы завоевали с преимуществом 9 секунд. Я думаю, это хороший результат для команды, для меня. Спасибо. А какой этап был самый трудный у тебя? Ну, я думаю, с этих трех этапов был самый трудный вчера, потому что шел дождь, холодный, было очень холодно, мы, если честно, очень сильно замерзли вчера. И поэтому, наверное, мы проиграли вчера. Будем защищать эту майку до последнего этапа. Я думаю, мы ее довезем. Главное, чтобы все хорошо было. А что тебе надо сделать, чтобы мне надо сделать, чтобы зарабатывать квалификацию на промежуточных финишах. И на основном финише отмечаться, получается, чтобы второго места забирать эти секунды и больше делать зазоры. Ты чувствуешь усталость сейчас или нет? Да, немного устал, потому что мы приехали с Украины, там была жара 40 градусов, здесь холодно и немного чувствуется перемена погоды. Но ты видишь до конца. Да, выдержу.